Народ ломанув в церкві, Русь православна. Они ничего не делают. Поэтому Русь сначала качнулась туда, к церквам, а потом видит, а что эти попы? Значит, стоят только, плачут и все. Сергия Радонежского нет, чтобы призвать на борьбу с лютым информационным игом. И они уходят оттуда, потому что никто не призывает. Там говорит, надо вот смириться. Бог терпел, все само образуется.